Всем привет! Сегодня мы расскажем вам об одной из самых технически сложных моделей Bonafide, которая называется Fuck Nike. Дизайн этих лосин – это переплетение из тканей бифлекса, различные вставки из другой ткани, а также грамотно подобранные цвета для разных частей модели. Чтобы сделать одну модель Fuck Nike, у одного работника уходит минимум 3 часа. Для сравнения, те же Bona Classic отшиваются за 20-30 минут. Лосины Bonafide Fuck Nike состоят из не менее 5 км ниток, а также в них насчитывается около 30 готовых деталей. Несмотря на свою сложность и красоту, эти леггинсы годами способны выдерживать самую интенсивную носку. А теперь давайте поговорим о их характеристиках. Лосины Fuck Nike, как и многие другие модели отечественного бренда, состоят из бифлекса. В состав этой ткани входят волокна нейлона и спандекса, именно поэтому модель Fuck Nike отличается высокой эластичностью. Ну а прочность, как вы поняли, достигается за счет полиамида. Его нити по толщине не более 1 мм, и при этом они способны выдерживать вес более 1 кг. Другим положительным свойством лосин Fuck Nike можно отнести простоту в уходе. Бифлекс отталкивает от себя частички грязи, и при этом он очень хорошо отстирывается и быстро сохнет. Материал имеет очень легкий вес, поэтому при носке вы его практически не будете ощущать на себе, и вам будет в них легко и комфортно. Удобство в носке – это еще одна важная характеристика леггинсов Fuck Nike. Они не будут натирать, сковывать движение или как-то мешать. Бифлекс считается дышащим материалом, и лосины Fuck Nike – это не исключение. Он великолепно пропускает воздух, особенно во время жарких тренировок, не давая потеть вам и вашим ножкам. Поэтому вы не перегреетесь и можете полностью сосредоточиться на тренировке, не отвлекаясь на пот. Девушки очень любят лосины Fuck Nike, ведь спрос, если верить производителю, составляет 4 из 5, и это отличный результат. Плотный бифлекс не просвечивает и отлично подчеркивает фигуру, а V-образный компрессионный пояс визуально уменьшает вашу талию, делая силуэт еще более женственным. Любая спортивная форма в этой одежде будет выглядеть намного лучше. Одной из самых популярных моделей являются лосины Bonafide Fuck Nike в расцветке Forest and Black. Да, они универсальны, но их истинное призвание – это, конечно же, спорт. Если изучить отзывы о лосинах Fuck Nike, то в этой модели можно найти и недостатки. Самый главный из них – материал может бугриться под коленом, визуально это смотрится не очень красиво. Так бывает у многих моделей со сложным кроем, ведь в их состав входит сразу несколько материалов. В остальном критических замечаний больше не обнаружено. Лосины Bonafide Fuck Nike в расцветке Black and Red – это вторые по популярности лосины. Дизайн у этих лосин по сравнению с другими моделями сдержанный и не приковывает к себе лишнего внимания. Эти лосины станут отличным вариантом для прогулок или на повседневную носку. Всего, кстати, существует около 10 моделей лосин Fuck Nike, все они между собой отличаются по цвету и по наличию или отсутствию вставок на икрах. На этом у меня все, большое спасибо за просмотр, всем пока!